В Центре культуры и искусства имени Кадыра Мырзали прошла встреча с членом Союза писателей Казахстана, обладательницей медали Ерен Едбегаушен Улдай Сариевой. Творческий вечер поэтессы под названием «Жауап Беру Акыт» состоялся в рамках проекта «Илеуле Исымдер». В мероприятии приняли участие представители местной интеллигенции и студенческая молодежь. Цель вечера – поговорить о творчестве представителей казахской литературы и пропагандировать его как пример для молодежи. Улдай Сариева популярна среди своих читателей как поэтесса с ярким характером и такими же яркими произведениями, поэтому и зал был заполнен до отказа. Мастера слова чествовали от Союза писателей и Управления культуры области. Наша поэтесса Улдай Сариева отличается своей оригинальностью и непредсказуемостью. Это отражается и в ее творениях, то они солнечные и благодатные, то бунтарские и обличающие. В этом и есть особенность произведений и стиля. В ходе творческой встречи коллеги по перу, друзья и родные поделились своим мнением и пожеланиями в адрес гостя проекта. О ней же собран материал на выставке. А певец-композитор Донидил Кажимов исполнил песню, написанную на стихи Улдай Сариевой. Песня «Еки Умыс» сейчас стала хитом, а стихи «Жауап Бер Уакыт», посвященные Сакену Сейфуллину, повествуют о сложных годах нашей истории. Улдай Сариева занимает особое место в нашей местной литературе. С ней мы нередко сотрудничали, рождая новые песни, которые публика очень хорошо принимает. Среди поэтесс она выделяется своей неординарностью. Я хочу пожелать ей новых творческих высот и достижений. Как журналист, проработавший в сфере много лет, Улдай Сариева много пишет о религии. Эта тема всегда актуальна. Гость вечера – сильная поэтесса, сильный журналист. Мы долгое время были коллегами. Она поднимала такие острые проблемы, как развитие молодежи. Часто изучала религию и писала статьи, в которых разъясняет молодежи истинные каноны религии. Вечер запомнился всем участникам теплой беседы и добрыми воспоминаниями, а студенческая молодежь продекламировала стихи поэтессы. Алмагуль Джампиисова, Рустем Ищанов, Армат Рахмеджанов, телеканал Ак-Жайык.